Здравствуйте! В этом видеоролике я хочу вам рассказать про элитный танк китайский, второго уровня, Type B. Этот танк уже элитный, как вы видите по значку. На ему стоит последняя пушка. Вот такая вот. 45 мм. Заметьте, я поставил его второго уровня. Почему? Потому что здесь калибр больше и средняя бронепробиваемость тоже больше, чем в этой пушке. Вот, заметьте. Ну и все, естественно, стоит все последнее тоже. Об этом танке я могу вам сказать такое, что танк хороший. Единственный вот такой маленький недостаток, что у него не хватает меткости. То есть нужно подольше наводить на врага цель, чтобы сводка свелась. А так он и быстрый, и такой, и мобильный. Ну, очень хороший для своего уровня. Сейчас я вам его продемонстрирую в бою. Вы все увидите. Уничтожен. Есть пробитие. Есть пробитие. Уничтожен. Не пробил. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Есть пробитие. Уничтожен. Есть пробитие. Есть пробитие. Готов. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Пробитие. Есть пробитие. Пробитие. Повреждение гусеницы. Шанс разрыва увеличен. Вы видели только что бой на этом танку. Мне очень интересно знать ваше мнение, что вы в нем думаете. Если вам этот танк понравился, пожалуйста, поставьте лайк на видео. А если нет, пожалуйста, прокомментируйте. Очень просто знать, интересно ваше мнение. Спасибо вам за внимание. Пока.